Что ж, снова на Датамир. Из-за этого Кордовы мой корабль скоро на свалку отправится. Он хотел исследовать всю галактику. Ну и как? Мы исследовали немало планет, гробниц и храмов, связанных с Зефой и джедаями. Но у меня есть предел. Для него же предела не было. Безумный старик остался в одиночестве. Он всегда был один, даже когда я была с ним. Будущий и труд заботили его больше всего на свете. У него не было времени. Он постоянно был в движении. На Богана я впервые увидела, как он осел на одном месте. Пусть и ненадолго. Пора приземляться. Давай сюда. Рад, что ты цел и невредим. Подожди. Кэл, у тебя есть минута? Ты многому научился после Бракки. Но этот путь далеко не окончен. Знай, впереди тебя ждут сложные испытания. Я справлюсь. Я знаю, что ты сможешь. Я этого не отрицаю. И я знаю, что делать. Мне не впервой. Кэл, даже самые сильные джедаи... Я не Трилла. Я не сдамся. Конечно, нет. Я этого не говорила. Тебе не обязательно что-то говорить. Все в порядке, Цера. Правда. Будь осторожен, Кэл. Это все. Не выходит.
Я знал, что ты туда рванешь. Посмотрим, что ты нашел. Ха! Чужак! Хорошо. Где твое мастерство? Не отстаем от него! Твоя жизнь подошла к концу! Не давать ему двигаться! Мы уничтожим тебя! Он дрожит от страха! Дрожит от страха. Мы тебя прикончим. Тебе не превзойти нашу мощь. Джедай. Покажи знаменитые навыки джедая. Ты боишься нашей мощи? Беги! Где джедаи такие слабые? Умри, вреди! Беги, Стим! Я отомщу за них всех. Смерть тебе гарантирована. Сопротивление бессмысленно.
Ага, вот сюда. Что это, беди? Помни мои слова. В руинах тебя ждут только смерть и безумие. Впечатляет, джедай! Бейте без промаха, братья! На помощь, беги! Залезть можно, но со снаряжением. Гниешь на болотах! У нас все же получилось. А ты умеешь развлекаться.
Видимо, заблокировано. Ты не пройдешь. Отойди. Нет. Все же он был прав. Кто? Что? Джедаи, воры и обманщики. Они несут лишь смерть. Назад. Еще раз помешаешь мне, я тебе устрою. Я тебя не трону. Но мои павшие сестры... отомстят за себя. Еще нежить. Покинь это место. Не поможешь? То, что доктор прописал. Ты поплатишься за их смерть. Как ей удается следовать за нами? Цера называла их владеющими силой, но я не видел, чтобы ее так использовали. Лучше нам держать ухо востро. Стоп, а у тебя уши есть? Знаешь, что это за крылатая штука? Надеюсь, и не узнаем.
Эй, глянь сюда. Есть! Давай-ка посмотрим. Братьев ночи. Мы приближаемся к деревне. Не отстаем от него! Я по тебе попаду! Думаешь, я тебе по силам? Ну же, бей его! Тебе не победить, чужак! Тебе не скрыть свои слабости! Уклоняться! Беги, выручишь! Тут за кем-то охотились.
Чужак намного сильнее. Сложите оружие, мы должны покориться. Отступись, джедай. Нашел. Жертвоприношение, как урок. Должно быть, здесь живут братья ночи. Напрямик? Только если не будет выбора. Юрий нет. Это боль ничто! Тропа у ворот. Я его задел. Нужен Стим, веди. Yeah.
Сколько ярости и ужаса. Как тут кто-то мог выжить? Нет! Спасибо. Пойдем, беги. Думаю, для Гриза как-то жутковато, но это же Гриз. Еще одна тварь. Когда-то здесь была арена. Братья ночи уважают только сильных. Ты не против, Биди? Здорово. Ага, вот сюда. О, ты что-то нашел? Разбился корабль. Он от чего-то убегал. Выход!
не подкинешь спин. Хорошая работа. Эй, Биди, глянь сюда. Есть! Давай-ка посмотрим. Отлично. Он сказал семена. Надеюсь, до Тамира пойдут. Я знал, что ты туда рванешь. Есть! Давай-ка посмотрим. Сестрами ночи управляла мать. Она владела сильной магией. Здание выглядит опасным. Никуда не денется! Братья, покончим с этим! Вон там! Ну, верни! Удар, что надо! Да ты ничего не умеешь!
Тебе от меня не сбежать! Старайся лучше! Слава! Мне бы с тем. Останешься, братья убьют тебя. Думаю, ты превосходишь их по силе. Здесь тебя ждет только смерть.